Наталья Непряева больше не будет представлять Тверскую область на внутрироссийских соревнованиях. Об этом спортсменка заявила накануне на специальной пресс-конференции, на которой побывала и наша съемочная группа. Наталья Непряева по-настоящему стала известна в прошлом году, когда завоевала бронзу в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В минувшем лыжном сезоне последовали новые успехи как на Кубке мира, так и на первенстве планеты, где на тот момент еще наша землячка взяла сразу 2/3 места. И вот теперь такая новость. Краса и гордость тверских лыж будет выступать за Архангельскую область, где создается первый в России профессиональный клуб. У них там очень грандиозные планы, и они хотят даже в какой-то степени выйти на мировой уровень. Наверное, в России у нас таких аналогов пока что только, наверное, Тюмень может с ними соревноваться. За рубежом это обычная практика, когда лучшие спортсмены собираются в профессиональных клубах, поясняла Наталья Непряева, добавив, что теперь она сможет выезжать на сборы в лучшие лыжные центры. При этом Наталья успокоила тверичан, что они впредь смогут увидеть ее на улицах города или где-нибудь на трассе в Чуприяновке. Я никуда не переезжаю, я остаюсь жить в Твери. И, скажем так, у меня просто поменяется в протоколе надписи не Тверская область, а Архангельская область. А еще тверских журналистов утешали примерами из других дисциплин, когда спортсмен переезжает туда, где лучше условия тренировок и больше платят. В общем, на данный момент таков удел небогатой Тверской области. Доводить атлета до уровня сборной, после чего он неминуемо сменит прописку. Как минимум, спортивную.